Добрый день. Продолжаем работу лектории Малого Мехмата. Методы доказательства неравенства. Об этом мы с вами говорили осенью на прошлой лекции. Некоторые методы я напомню и расскажу о некоторых новых. Я начну с совсем простого неравенства. X квадрат плюс y квадрат больше или равно, или не меньше, чем 2xy. На этом простом, до предела, я бы сказал, до предела простом примере мы рассмотрим методы, которые применяются для доказательств. Первый способ, очевидный. Переносим все в левую часть и записываем таким образом неравенство x минус y в квадрате неотрицательно. Значит, удалось сгруппировать слагаемые в левой части, так сказать, разложить на множители, чтобы получить очевидное неравенство. А в чем эта причина? В чем причина этой возможности? Какие условия обеспечивают возможность? И как это переносится на другие, более сложные неравенства? Здесь полезно иметь в виду, помнить о симметрических неравенствах. Дело в том, что слева и справа в этом неравенстве мы видим симметрические многочлены. Это многочлены, которые не меняются при всевозможных перестановках переменных x и y. И для таких симметрических многочленов удобно, полезно рассматривать так называемые диаграммы Юнга. Левому многочлену, вот, стоящему в левой части, соответствует такая диаграмма Юнга. Многочлену XY соответствует вот другая диаграмма Юнга. Между ними известное отношение, которое называется, ну, будем говорить так, эта диаграмма мажорирует левая, диаграмма мажорирует правую. Иногда говорят так, что вторая диаграмма получается из левой сваливанием вот этих или клеток, или кирпичей. И многочлены симметрические получаются так. Ну, немножко выпуская вольность речи, можно сказать, что это метод А и Б. Вот переменные x, y прилетают и садятся на эти диаграммы. Значит, они могут каким образом разместиться? Сначала x здесь, y здесь. Потом наоборот, y здесь, x здесь. И вот глядя на ступени этой диаграммы Юнга, мы записываем сначала x квадрат умножить на y в нулевой. Это первая расстановка x, y по этим двум местам. Второе слагаемое это x в нулевой, y в квадрате. Вот таким образом получается этот многочлен. Ну а здесь размещение x, y, первое размещение, второе размещение y, x, и получаем в первом случае x в первой, y в первой. Во втором случае то же самое получаем. X в первой, y в первой. Ну и вот такое. Об этом вы можете подробно прочитать в журнале «Квант», как получаются симметрические неравенства. Квант, 1985 год, номер 7. Об этом там подробно рассказано. Так, следующий способ доказательства этого неравенства. Вот смотрите-ка, в этом неравенстве две переменные. Ну, а есть поговорка, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Поэтому, естественно, стремление как-то уменьшить количество переменных. Каким образом можно уменьшить здесь количество переменных в этом неравенстве? Кто-нибудь видит? Разделить все на x. Совершенно верно. Разделить обе части уравнения, ну, давайте на y, разделим на y, считая, что y, конечно, не нужно. Те из вас, которые уже вот в 10 классе учатся, и 11-классники, знают, что подобный метод применяется для решения однородных тригонометрических уравнений. Помните, там, когда в уравнении содержат синус x, косинус x,
то вот, иногда можно разделить обе части уравнения на косинус х, и все уравнение сводится к уравнению относительно тангенса х. Там это называется однородное уравнение. Ну вот здесь у нас слева и справа однородные функции второй степени. Это можно так еще понимать, однородность. Вот если мы от пары x и y перейдем к паре kx, ky, заменим вот здесь x и y, вот в соответствии с этим отображением, то левая часть умножится на k в квадрате, и правая часть умножится на k в квадрате. Значит, это однородные функции второго порядка или второй степени. Ну хорошо, про порядок можно не говорить, а главное, если мы разделим обе части этого неравенства на y в квадрате и введем новую переменную, обозначим отношение x, y через t, то получится t квадрат плюс 1 больше или равно t. Вот такое равносильное неравенство, ну и которое тоже очевидно. Переносим 2t в левую часть. Но здесь количество переменных меньше. Значит, можно сказать еще так. Вот, мы использовали, во-первых, однородность. Я это напишу, это будет ключевое слово. Значит, здесь у нас симметрические многочлены. Диаграмма Юнга, теорема Мюнхена. Здесь задачу решает однородность. Значит, использовали однородность. А потом получилась функция. Ну, это тоже известный прием, можно сказать так очень часто. При решении задач полезно руководствоваться таким лозунгом. Ищите функцию. Функция порождает какие-то многие задачи, ну, в частности, и неравенство. Вот так вот. Значит, использование свойств функции, можно сказать. Да, но, конечно, если говорить о функциях, то тут можно по-разному смотреть вот на это неравенство с позиции теории функций. Можно говорить о левой части этого неравенства. Она порождает функцию L большое от t, а правая часть порождает функцию R большое от t. И тогда мы можем рассмотреть графики обеих этих функций. Слева парабола. Левая часть этого неравенства – это функция, график которой парабола, а справа – линейная функция. Ну и вот, стало быть, мы должны выяснить, каким образом расположена эта прямая по отношению к этой параболе. Ну, оказывается, как же расположена вот эта прямая по отношению к этой параболе? Касательно. Пересекаются они? Касаются. Да, то есть касаются. Касается касание в точке с абсциссой 1. Так, это функцию мы здесь рассматривали. Между прочим, можно и здесь рассматривать тоже с самого начала, не используя однородность, тоже вести речь о функции. Давайте зафиксируем в исходном неравенстве какую-то переменную, или x, или y, а другой переменной решим меняться. То есть одна переменная будет как параметр, а другая свободная переменная. Итак, предлагайте, что мы здесь зафиксируем? Y. Хорошо. Вот, значит, это Y фиксировано. В неравенстве, которое мы рассматриваем, тогда получится слева функция L от X. Это X квадрат плюс Y квадрат. А правая часть определяет другую функцию R от X. 2 x, y. Так, и теперь уже рисуем графики этих функций в системе координат, в которой ось абсцисс обозначена буквой какой? Y. X. Раз y фиксирован, значит x. Так, график левой вот функции L большое, считая, что y положительная парабола. Так. Вершина параболы. Какова ордината вершины? Ордината вершины, пожалуйста. Конечно, при x равном нулю здесь получается y квадрат. А график правой части это в зависимости от y получается пучок прямых.
при каждом эгрегориальной функции, значит, вот в зависимости от эгрегора. И опять же, надо выяснить, как взаимно, как расположена прямая относительно этой параболы. Ну, здесь тоже происходит касание, это я не буду рассказывать, это слишком просто. Итак, теорема Мюнхена, симметрические многочлены, однородность.